Приветствую вас, дорогие друзья. Да, продолжение анархии, волчьих законов. Мне сейчас что с тобой? А, ты на присядках. Апачка танцевал. Мне стало интересно, сохранится ли наш прогресс после того, как мы выйдем из игры, а потом в нее зайдем снова. Или же нет? Слушайте, куча патронов. 7.92. Немецкие, что ли? Давайте глянем, что тут чувака водится. Вал имеется. Ну тут 9 на 30 с чем-то там, по-моему, же, да? Да, ну да, у нас патроны еще пишут. Патроны, а 9 на 19. Я думал, что больше вала. 12.76 дробаш. Ну нахрен нам дробаш, сайга тоже. А КСУ есть там. Погодите, я, кажется, кого-то слышу. О! Да, но писали то, что наши охранники на этих ребят не нападают, они довольно круты. Поэтому, возможно, я сейчас тут прям... О, еще и вертолет летит. Охо! Минус раз. Так, через стекло, походу, мы, наверное, не бьем. Ждем, пока он придет сам. Надеюсь, он гранатами кидаться у нас. Хедшот. Ага. Кулаки приносят нам бабло. Очень как-то печалит то, что мы не можем собрать все. Печалит вторая штука. То, что чувачков все-таки оружие не выпадает. Ну, вот это вот меня в играх всегда бесит и раздражает. Когда оружие чуваков не выпадает. М62 на 39. Ух, слушайте. Ага, блин. Так, а что тикает? Они его заминировали? Вы слышали? А, это он должен был исчезнуть через время. О, вот это моща машина, слушайте. Камера. Shift ускорение. Оба-на, я захватил ментовского бобика. Оба-на, я захватил бобана. Так, а где моя жигочка? Жигочка моя стоит. Блин, это ж долбучий самолет прилетит, разбомбит весь, наверное, машины мои. Прячем. Да, я так понял. Этот бобик, он, наверное, дается нам на какое-то время. А жалко. Так, а ты у нас не открываешься. Я думал, может, ты сработаешь как гараж. Так, поторговать не дали. Где у меня торговец? Что-то я его потерял. Вон он там, да?
как видите, тут еще разрушаемость объектов есть. Хотя вот стекло не разбивается, и через стекло, я так понял, чувак, наверное, наш не бьет. Не, ну видите, стекло мы не разбиваем. Здорово. Так. Эй, ну что у тебя есть? КСУ. А, ну так, УЗИ имеется у тебя, Ингрэм, да, ну МАК, МАК и Ингрэм. Еп, 9 на 18 патронов. А ты вместо пистолета пойдешь или на какой ты слот вообще? А КСУ, САЙГА. Так, а броника у меня что? У меня уже выбили с меня броник. Ну ладно, я денег тратить не буду, мне на апгрейды надо. О, ага, подмечают опасную зону, и кого-то мы видели вот здесь вот. Оба. Какой-то крутой подгончик летит. Надо теперь разбираться с тем, сколько наш город будет приносить и что ему развивать. Мне как-то хочется ему поразвивать эту охрану получше. Перевалочная база, это тоже чья-то территория. Жалко, я свою брату с собой брать не могу. Тоже немного жалко, что не могу выбрать сюда. Ладно, и банды. О, это нехорошо. Зараза такая.
Ой, мама, блин, а. Они ж сюда летят. Хенкели вонючие. Фашисты. А, блин, они за мной летят прям. Прера позорные, блин. Куда ты? Затащил! Еще и вертолет летит. Погрузочная платформа. Тройники с них не выпадают. Так, а где ж ноут сам, а? Привет, бродяга. Прикупи себе чего-нибудь. О, а ты что тут делаешь? Нет, походу мне гранаты нахрен не нужны. Зажигалка. С чем там взаимодействует? Так, а сколько у меня всего бабла-то? Я не вижу его. 62 на 39. АКУ. АКУ.
Вали, пацаны, вали их, вали их нафиг. Так. Мне на базах нужны хабарники свои. Это склад какой-то, еще что-нибудь. Кнопочка нужна все это упорядочивать. Перевалочная база, и даже что-то можно грузить тут, так получается. Ты должен запустить производство в терминале управления. Прикольно. Так, у нас тут еще и транспортная стратегия идет. Деньги есть. Охо-хо, перекрасочная. Склад. А, электричество надо. Ого. Так эта игрушка не просто так себе шутер. Тут, понимаешь ли, еще бизнес, тут экономия, экономика. Тут электричество откуда-то получается надо брать. Но я же с этим надо разбираться. Производство. Прием бочек. Привезите пустые бочки сюда. Здесь бочки очищаются и прикрашиваются для отправки на нефтебазу. Чистые и перекрашенные бочки будут храниться тут. А, ну мы можем пустить или выключить, да? Вот у нас электричество нам не надо, но у нас сейчас ничего нет. Нам нужна нефтебаза, нам надо где-то брать пустые бочки. Чем могу помочь? Так что это, поняли, это не просто тупорылый шутер. Это очень-очень интересная шнежечка. Ну, как я говорю, самый душещипательный вопрос... В данном случае как раз в том и заключается. По привычке таскаю я патроны. О, нефтебаза. По привычке я таскаю патроны. Да, вопрос заключается в том, когда я выйду из игры. У меня прогресс хранится. Оба-на. Через препятствиями бьем. Меня кто-то видит. Не видит. Пыль, стальная струбка в глаза попала. Десять человек.
Знаем, что они любят из таких домиков выходить. Не курит наш чувак. Наш чувак не курячий. Подожди. Стреляет он. Бог, я кому-то сейчас как стрельню. Оружие с них не выпадает. Вот это неправильно. Должно с них выпадать оружие. Бум! Пяточкой. А, слушайте, ну такие маленькие ранения у него он сами по себе проходят. Для красоты. Одних мантию сын. Так, аптечек нету. Походу аптечек нету, да? Дай газету. Халка не лечит. Не лопни, дядя. Хорошо сказано. Тут стояли какие-то ящики, их куда-то утащили. Зачем вы сделали это? Не лопни, дядя. О! Теперь одного охранника еще. Все, мы пролетарских цветов теперь. О, началось. Вот
эта вещь, а? Это говно. Вот это цац-цац. Макарал. Вот это вещь. Ширка. Чувак у нас все-таки сам по себе постепенно лечится. Так, убить одного охранника. Охранник. Сам тут еле живой ползаем. О! Там же должно быть сразу много. 50. Захедшутили. Затащил. Ага. Так. Прием бочек. Упаковочная. Нефтяной склад. Бочки надо красить, нефть, блин, слушайте, ну вообще интересно. Сейчас, правда, не время с этим всем заниматься, потому что надо захватывать новые территории. 37 тысяч, 4 тысячи у меня стоит москвичоночек тут. На этой базе. Так что так вот, такая вот крутенькая игра у нас получается. Я жу. Теперь остается только одно. Проверить, будет ли оно. Будет ли она у нас. Показаться весь наш прогресс. Так, пойдем. На наших пацанов напали. Мою базу. Мою базу какие-то углуки напали. Или вы сюда пришли, пацаны? Тут наши рулят. Блин. Кооперативчики поиграть бы, так бы ботов побольше повыставлять на карте. Попытаться вместе с друзьями бизнес апокалиптический устроить.
И самолеты летят. Ой, мусора. Должна была быть аптечка. 200, 200, 200, 200. Ай. Блин, я зажигалку профукал, да? Аккумулятор, это все у машины есть. Блин, а у меня места нету под это все добро. Классно. Классные фразочки, классные. Какая отцепаться. Здорово. Чё принял? Эх, Макарыч. Не на тебя. Он и есть. Прощай-ка, друг. Прощай-ка, друг. Так, блин, где там? Бобби, где? Что, исчез Бобик, мать его за ногу. Бобик исчез, я хотел с него забрать аккумулятор с этим самым. Там машинка есть. О, что ты, падла, летишь?
Лут выпал. О, и ты, падла, летаешь. Не будем надеяться, он нас не засечет. Могу засечет. Колючка, блин, в колючку влез. Я не увидел, куда этот упал. Это мой ящик. С ящиками тут непонятки. Потому что писали, что после смерти в твоем ящике, который в бункере на базе находился, ничего твое, что ты там сложил, заготовил заранее, не появляется. И очень нехорошо то, что на наших вот этих вот объектах, которые мы захватываем, нету, собственно говоря, тоже никаких хранилищ. Так. Ну, походу, мне на базе совсем не показывают ничего. Где упал? Обычно показывают на картах, в таких игрушках. А я, извините, меня отвлекся на вертолет, поэтому не знаю, где она упала. Ну, собственно говоря, да, надо все-таки проверять, сохранится ли у меня прогресс в игре после того, как я выйду из нее и потом снова зайду. Не придется ли мне начинать все это сначала? Ну, карта, походу, одна и та же. Карта у нас не генерится процедурно. Да, карта у нас одна и та же. Я уже просто раз пытался. Вот, мне нужно, чтобы на этих базах у меня, хотя бы вот в этом головном здании. Где мы занимаемся своими какими-то делами. Мне нужно, чтобы там хотя бы было. Было складское мое какое-нибудь. Прыга моя сохранилась. Вот, ну а тут в городе у нас, походу, получается, будет постоянная война. Вот эти здания, которые вокруг, на них будут спавниться боты. Ну и я, и мои пацаны должны будем от них отстреливаться. Вот есть моя жига, я тут уже понакидал всякого разного. Еда, патроны. Это, конечно, очень классно. Но мне нужно, чтобы у меня вот здесь, вот. Я взял грубый ключ. Нет, видите. У нас есть управление. Лесорубы в городе, бахта. Продукты на древесину. Возьмите древесину здесь. Так что мы в городе можем управлять производством. Ну что, дорогие друзья, блин. Так вот как-то напали на мою базочку. Весьма агрессивная активно. Вот я собираюсь уже выходить. Да и все равно я уже буду выходить. Уже немножко поразвлекался. Вот. Спасибо за внимание. Если было интересно, хотите продолжение, будет последовать. Все зависит от ваших комментариев. Так что до скорых встреч, дорогие друзья. Yeah.